пошел. Так мы ж тут только что были. Или что? Еще один ключ. Вот это, кстати, это пятнашки очень против.
Кошмар. Вторая дверь открыта. Второй ключик есть. Пойдем дальше. Блять. Нам еще... пройти. Еще один ключ. Опа. Денежка. Аттракцион жуткий.
Неужто страшных сказок ты в детстве не читала? А может, не боишься ты в жизни ничего? Здесь раньше ни одна девчонка не бывала, и у меня сомнение возникло от того. В общем, это аттракцион типа «Пещера ужаса». Надо проплыть 300 очков. Нифига мы тут не заработаем. Главное, что мы пилы нас страх. Хорошо, пошли дальше. Одеваться только что, во что будем потом. Нас заставят еще зарабатывать деньги. Что такое? Там сундучки по дороге будут. Сундучок впереди. Личность.
короче, да дальше идти. Непонятно. Ну, подождем. Когда эти чары кончились. Идем в аттракцион «Обсерватория». Заодно телепорт. Фотографируем и поговорим. Небо звездами усыпано, как каплями росы. Драгоценными бриллиантами сияет. Нигде более не найти такой невиданной красы. Ведь Творец Небесный это мир ваяет. Понятно. Запоминайте и играйте. Блин. Так, очков мало, но зато рубинчик. 5 рубинчиков. Да, где мы находимся? Тут. Идем к ключику. Куда это идти надо? Денюшка. Если я буду идти прямо, то, возможно, ключик упрету. Там кто его знает? Сундук вижу. Опять. Мара. Короче, я в трансе. Так, задача понятная. Карта. Я где? Я ушла от ключа в обратную сторону.
Так, пойдем заключу. Это через обсерваторию. Надо ее как-то обойти. Действительно, деньги. Теперь в обсерваторию налево. Потом ее как-то обойти и к ключу прийти. Так, обсерватория. Вперед. Так. Все-таки пойдем еще вокруг. Так. Сундук исчез. Тут может ключ. Но... хрен. Ключ вот там. Возвращаемся в обсерваторию. Сейчас посмотрим. Так. Карта. Не там. Что ж такое? Как же до ключа дойти? Тут мимо, тут где-то сверху.
сейчас пойти. Тут. Немножко заблудились. Так. Давайте телепорт используем. Я заколебался искать. Третий ключ. Теперь нам надо раз, два, три, четыре. Ой, шесть аттракционов. Пошли на аттракцион карусель. А мы ж тут были. Вращает, кружит карусель, но, соблюдая темп прыжков, добьетесь вы, мадмуазель, признания лучших игроков. Попробуем. Ай! Кусочек ноги отрезала. Не помешает. Да.
Так, а мы тут рядышком с другим аттракционом. Телепортироваться не будем. Попробуем пешком пройтись. Сюда. Немножко заблудились. А вон, 1, 2, 3, по-моему. Опа, сундук нашли. Денежка. Это хорошо. Хорошо. Налево, направо. Налево. Оп. Какой-то акробат. Сфотаем его. Закрыто. Тут, короче, кассы. О, это куда-то на новую аллею пошли. Может, придем к аттракциону? Опа, там машет крылышками телепорт. Вот он. Есть. Это у нас аттракцион. Пружинит мяч, кольцо манит, но твои нервы как гранит. Игра азартная, магнит, броском успешным опьянит. Да ты шо, вот это стихи. Так, ладно. Так, ну тут надо дождаться, пока корзина остановится. Теперь бросать. Есть. Оп. Эй, мимо. Тоже мимо.
Остановка, огонь. Есть. Опять же, как в Олимпийских играх, главное участие. Но, опять же, чем меньше тугриков заработаем, тем меньше потом нарядиться сможем. 31 тугрик, ладно. Кристалл заработали. Еще 5. Это рубина. Пожалуй. Так, мы тут где-то рядом. Тут гонки, тут хоккей, там музыка. Думаю, что не будем пока использовать телепорты. Пойдем погуляем. А вось набредем на следующий аттракцион. А по пути что-нибудь еще и найдем. Сундук какой-нибудь. Нет, это не тот. Это сундук раздвоения личности. Ну, давай быстрее. Хватит очаров. Короче. Так, а это ж аттракцион. Да. Сундук возьму. Развернемся. Давайте найдем. Стоп, и сюда же пошли. Вот мы.
Ай! Нажми на газ и руль крути, чтоб мягко в поворот войти. И пусть удача на пути тебе сопутствует. Лети! Четыре рубина. Попробуем. Я тут где-то видел. Да. Телепорт. Ладно, еще погуляем. Где мы находимся? Есть аттракцион рядом с...